Привет! Скажите пароль. Канал Николь. Ну что? Что у нас сегодня будет? Усы челлендж! Точно! Мы купили игру «Укради усы соседа». Да нет, свои. Укради, нет, своими усами укради что-нибудь. Усы. Укради усы. Сейчас откроем и посмотрим, что тут за усишки есть. О, блондинистые — это для Николь. Так, мама, ты такие. Сейчас, я хочу все показать. А я хочу вот такие гусарские, смотри. Так, в нашу игрушечку входят... Сколько их здесь? Раз. Шесть. Шесть штук разных усов. А, черные, желтые и коричневые. Так, эти такие таракани. Вот эти, как у таракашечки, усы. Это какого-то злодея. Барон Мюнхгаузен. А, Барон Мюнхгаузен. Так, где? Вот такая кошка. Да, да, похоже на... кошки. А эти как, видела, Астерикс и Обеликс? А, да-да-да-да. Как назывался этот? А, у одного вот такие были. Как назывался этот мультик, фильм про Астерикс? Астерикс так и назывался. Так и назывался. Да. Астерикс и Обеликс. Помните, вот, где они там волшебное зелье пили? Где мое волшебное зелье? Мы с тобой. Правила игры таковы. Есть колода, в которой есть карточки. Карточки усов и определенные карточки какого-то положения в тот момент игры. Сейчас я расскажу. У нас есть ведущий, который нас снимает и который нам будет из колоды выбрасывать карточку. Как вы думаете, кто ведущий? Это Алиса? Да, это, наверное, Алиса, потому что ее нет в кадре. Итак, ведущий, к примеру, выбрасывает карточку из колоды любую. Мы держим каждый какие-то усы. И обратите внимание, усы выпали желтого цвета и форма такая, как у меня. То есть, если у меня выпадает такая форма, я могу ее забирать независимо от цвета. Вот таким вот образом я должна забрать эту карточку. Нет формы. Да, но есть еще два человека, у которых желтый, и они тоже могут забрать эту карточку. Опа. И у нас будет борьба, кто же первый схватит. Мы выясним, кто из нас смекалистый и провольный. То есть можно брать как форму, так и цвет. Если выпадает вот такая вот карта, где нарисованы усы, которые на ней лежат, то есть все одновременно могут шлепать. Но опять же, карта достанется тому, кто первый на нее шлепнул. Когда выпадает вот такая карта с синими уголочками, это говорит о том, что мы все... просто ничего не делаем и обмениваемся усами по кругу, либо берем новые. Есть еще одно правило. Если ты хватаешь не свою карточку, обязательно это запомните, то ты из своей добычи должен две карты вернуть в колоду. Угу. Итак, начнем. А кто выиграет? А кто выиграет, когда закончится колода, у кого больше картишек. А, мы потом их пересчитаем. Ну, конечно. Ага, хорошо, я готов. Итак, мы начнем. Мы отдаем нашу колоду карточек нашему ведущему. Ну что, каждый запомнил свою форму. Так. И меня... цвет. Я... внимательно. У меня усишки Астерикса. Так. Закрученные и черные. У меня длинные и белые. У Ирон. Желтые. И желтые. Ничья. Убираем. Какая шустрая. Улетела. Но все равно твоя мама. Моя, конечно, я тут так порвалась. Активно за ней прям. Да что ж ты такая ловкая, а? Я так не боюсь, что меня отберут. Три. Женщина нервная. Это не мои. Твои. Не, они какие-то волосатые. Это вообще-то твои. Просто хватай все. Точно? У нас хочется, а кто если тормозить? Что мы будем с этим человеком делать? А ну, а покажи мне другие усы, точно? Ну покажи. Да, таких нет. Смотри, они мохнатые какие, зрители. Я, честно говоря, ну, я не думал, они отличаются. Эти прям мохнатые такие, а эти просто с полосочками. А, да, хорошо, я теперь буду знать. Хорошо, мои, ладно. А и давайте мы устроим тому, кто тормозит игру, какое-нибудь наказание. Давайте, какое. Он тогда срочно меняет. Не ест мороженое. Нет, он срочно тогда меняет свои усы, да, на другие. Давай, кто тормозит. Хорошо. О, вот эти усики вообще чётенькие. Как птица. Да, продолжаем.
Надо установить. Время какое тормоза? То есть, если время тормоза больше 3 секунд... Больше 3 минут таких. То мы тогда и меняем усы. Так, давайте. А, да. Я долго втыкала и не могла понять, что надо с этой картой делать. Ее можно брать или нельзя? Я тоже. А то я как Жанненька сижу тут с тремя. Я тоже думала. Так, давайте. Папа разыгрался. Мини. Какие мини? Мини усики так рассмешили не только. Я сводила. У нас будет каждый раз вводиться новые правила, как в футболе. Руки, касание. Так, ну как без драк, не побывайте друг друга. Мое. Аля, я так цепляю. Я вообще твои такие, смотри, как. Четко твои. Еще раз надо запомнить. Красные могут брать все. Да, красные. Тут даже нарисовано. Нет входа, и все обмениваются усами. Ага. Да. Так, подождите. Ой, хорошо, что я ее не схватила. Да-да. Я ее не схватила, она не прилипла. Твоя форма. Ага. Быстрее. Так. Возвращаешь и еще 2 из своей колоды. Раз и 2. 2 карты возвращаю. Кстати, она та, которую можете все брать. Ага. Так. Меняемся. Нет. Мне тоже. Ты вот так вот. У меня черный закрученный кружками. Для усыптица. Так. Ох ты ж, какая ты шустрая, Николь. Цвет же мой. Так. Я увидела, это желтый, я его забираю. Я все время торможу на этой карте. Я тоже. Я боюсь. Я тоже очень боюсь. Я думаю, что это та, которая меня... Ха! В этот раз все. Так. Вот так. Еще кто сильнее? Отобрал. Так. Да что ж такое? Мама, как рыбак. Нет, я не взял. На нее наступил вообще-то. У меня есть тут специальный выключатель, такой чик, карта отпадает. Так. Ой, я... Не прилипла. Не прилипла. Меняемся, давай. Так, у меня еще вот этих желтых не было. У меня этих не было. Мини убрали. Так, ну мини все, мини убрали. Не, у меня не такие, у меня закручены. Не-не-не, все правильно. Убираем. Точно не. Нет, точно не. С черпаками. У меня с Астерикс. С Астерикс. Мое. Ну, я не возьму этого карты, не было. Так. Фальстарт был. Я поймал желтенькие. Так. Давайте дальше. Ой, а не прилипло это. Ага. Так, все, ладно, убираем. Не прилипло. Так. Не прилипло, я не знаю.
Так, Я минусы. Ну что, друзья, теперь в моде коричневые усы, да? Я минусы, точно. У меня усы наверх такие. Как у меня усы такие попадались. Коричневые наверх. Это минусы. Да, твои. Минусы. Эй! Эх! Так. Это до сих пор твоя! Моя красная карточка. Есть коричневые усики. Подождите. Так, меняемся. Так, покачайте. Хорошо, у меня желтые. Вот эти странные, я их все время путаю. Так. Не надо. Все. Па-па-па-па-ра-па-па. Так. Я тебя одна. Да. Нет. Что это? Я поняла. Моя зайка, видишь, ты сказала, я хочу такую, и сразу тебе такая досталась, видишь как? Что это? Что, я этой стороной синюю угадал? Да, конечно. Давайте. Что? Нет, ты схватил не свою что? Карту. Она перевернутая была. А не важно, ты схватил не свою хорошо. Карту. Хорошо. Давай. Это моя карта. Возвращай. Вот так. Это моя карта. Так, две. Возвращаем. Да. Ты такая рада, я смотрю. Ну, конечно. На войне, как на войне, все методы хороши. Да. Папа не знает, брать или нет. Ух, я не словила. Это ты меня кинула. Я-то вот это не словила. Да, я точно, правда, так и было. Минюсики у меня. Коричневые минюсы. Минюсы, коричневые. Ой, аж рука заболела. Не надо вот этих моментов. Все. Да что такое? Эх. Ой, опачки. Две карты. Колоду. Возвращаем. И меняемся. Мы уже меняли. Я хочу вот это. Выбираем. Что? Я хочу астерикса желтые. Желтые. Вот эти, да. Я хочу вот эти. Я хочу вот эти. Вот эти. У меня уже эти были. У меня желтые астериковские. Угу. Фишки. Я слышу. Давай. У меня? Чуть не попал. О, прям мои. Закрученные черные. Так. Опять я. Николь поймала, смотри, как она четная. Молодец. У меня присосочка плохая. Да что ж такое? Сколько сил, у меня аж от перенапряжения шея начала болеть. Так. Две карты из колоды. А я сейчас. У тебя, мне кажется, больше всего. Да. Что такое? Я огорчилась, потом обрадовалась, потом опять огорчилась. Эх, ах.
Ой. Отлично, две карты. Две карты. Самые плохие. И мы меняемся. Да, и мы меняемся. А давай ты возьмешь что-нибудь уже просто не по кругу. Давайте. Я хочу. Я опять Астерикса хочу. А ты? Нет, я хочу черное закрученное. А какие мне больше идут? Не, мне кажется, вот эти вниз, Астерикса, которые вообще да? тебе шикардос. Ну, под твой цвет волос будет вообще шикарно. Не надо, не надо вот этих маневров. Все. Тихо. Так. Меняемся. Синяя выпала, да. Это вам. Так, коричневый вверх. Коричневые! Минусы! Ах, кто-то тоже залипся. Нет. А да, потом... Да. Залип. На карту нет, ну как бы я бы не отлип бы. Ага, все, ну игра закончена, остались только... Да, обмен хода и все. Ну что, пересчитываемся? Ну, я даже уже вижу, что моя побольше будет. Хотя, не знаю. Хотя... На 6. 6, 8. А у меня 14. У меня 6. Николь, я предлагаю на 6 с тобой объединить, и мы тогда выиграем. Ну, конечно. А, спасибо, Данилина. Держи. Это все мои. У меня 14. Да. Пересчитывай свои. Николь сейчас свои пересчитывает. 14. Ничья у вас. Папа проиграл, а у вас ничья. Ну, нет. Да. Я не соглашаюсь. Вообще победила я, потому что я самая проборная, самая меткая, самая... Как же это слово? Я самая смешная. Самая... Самая уверенная. Как это слово? Нет, это тоже. Когда зоркий глаз. Точно, орлиный. Видите, я же в очках. Орлиный взгляд. Да, орлиный взгляд. На самом деле ты молодчина. Ты самая была ловчее всех. И сильнее отобрать у меня да. получалось. Ты была ловчее я всех. Когда у меня были минусы. И у тебя была не просто скорость реакции схватить, а еще и зоркий взгляд не схватить да. не ту. И у меня ты возвращала хоть раз? Один раз. Один раз я возвращала. Нет. И ты один раз возвращала. Ты два. Один. Нет. Да. Один. А у меня будет титул самого истеричного игрока. Я хватал все подряд, возвращал сколько? 4 раза, да? Аааа, дай ёо! Пословица про тебя 7 раз нарежь, 1 отмерь. Да. Когда я была минусы, я тебя выигрывала. Да, ты моя зайка, ты вообще повыигрывала тут. Да, вот такую веселую игру мы приобрели в свой дом. Да, очень рекомендую. Очень рекомендую. Если вам где-то попадется... В компании вообще супер просто. Да. Тут вообще интересно, когда много игроков, и все играют по кругу, вот хотя бы, чтобы 6 человек. Да, было. Если сразу играть 3 усами, допустим, там. Я могу себе представить, когда там все накидываются и отбирают в этой толпе. Да. Подписывайтесь на канал Астерикса и Обеликса. И... Скажите пароль. До завтра, Николь! Пока!